Всем привет, друзья, с вами я, Би. Сегодня в этом видео мы будем проходить сборку квест Хай. Я играю с другом, и здесь есть книга квестов. И их нужно выполнять. Также мы играем с модами. Здесь очень много всяких модов. Ну что же, поехали. Для начала нам нужно посадить дерево. И что же нам нужно делать? Нам нужно на него покакать. И упасть. Честь. О, у меня пол хп осталось, я выжил. Мы собираем всю лесу, чтобы выбить еще дерево. Нам нужно выбить как минимум один сарнис, иначе мы его возьмем типа с креатива. Ну зачем нам делать останется? Иначе нам придется перезаписывать карту. И кстати, забыл упомянуть, что мы играем в Skip Inventory, потому что мы будем падать каждые 2 миллисекунды. Давай, спампуй собачка. Все, и теперь мы будем здесь возрождаться. Итак, что нам нужно сначала сделать? Мы делаем, получается, у тебя дерево, ты делаешь верстак. Вот. Верстак. Ура, у нас есть верстак. Так, мне нужно начало, вот, верстак выполнено. Нам надо 6 полублоков. 6 полублоков нам надо. 6 полублоков. А, нет, расширяй. И давайте, я ставлю полублоки. У тебя квест сделан, кстати, тоже. Да, отлично. Все, теперь у нас здесь больше места. Я сейчас делаю тогда нам второй квест, я делаю нам. Какой? Ну, глянь. Копаюсь в листьях. Нет, знаете, крюк из 4 палок, который отлично пойдет для разрушения листвы. А что он делает? Он разрушает блок листвы, тогда тебе шелкопряд падает. Ого. Сейчас нам надо сделать вот так. Давай блок листвы рушим. Так, давай, ломаем блок листвы. Нам ничего не выпало. Ломаем еще. Нам выпало это. Тоже нет. Опарыш выпал. Нет, это в следующем. Еще опарыш. Ну, короче, мы потеряли одного шелкопряда. О! Ну, ура, ты да, не обзываешь. О, саженец. Купил саженцы, что ли? У меня 8 саженцев. Так, смотри, что мы будем сейчас делать? Книга. Сейчас мы будем выращивать. Маленький друг. Угу. Спор шелка. Да, вырастите дерево и шифтуя возле саженца, посадить шелкопряда на его листву. Нам надо вырастить дерево. Опа. И садим сюда шелкопряда. Дай мне шелкопряда, дай мне шелкопряда, дай мне шелкопряда. На. Одного сажу я, одного садишь ты. Опа. Всё. Опа. Где ты? Всё. Всё, смотри, видишь тут, видишь прогресс? Наведись прогресс. А, прикольно. И смотри, что сейчас будет. Смотри, опа, оно распространяется, ура, дерево отражается. Тебе этой штукой надо ломать. Этой штукой? Только дай мне бочку, дай бочку, дай бочку. Стой, 9 штук уже. Шелкопряд. На бочку. Дай мне нитки. На нитки. Какой это? А вы пока что смотрите, вы поставьте пока что лайк. А то что-то вообще не ставите, да. Короче, добывай это все. Да, это всю листву должен добыть. Так, шелкопряд чуть не упал. Так, у нас уже для дерева есть куча места. Блин, там падает что-то, я ловить пошел. Какая разница? Ну ладно. Так... Все. Ну, некоторые попадали, ну ладно. Мне 40 шелкопряда. Это пусть у тебя это хранится, пусть у тебя. 43 шелкопряда. Смотри, надо еще деревья выращивать. Только уже не надо шелкопряд там. Просто так. Понял? А для чего? Просто дерево? Просто да. Ну, короче, ты этим займись, а я пока что моды буду изучать. Другие. А, типа, я ей, может, какой-то топор делаю себе? Ну, как хочешь, можешь делать. Я буду, наверное, рубать часть это руками. Что нам делать? Саженцы сади. И выращивай. И дай мне чуть-чуть саженцев. Дай чуть-чуть саженцев. Ай, больно. Дай чуть-чуть саженцев. На, столько? Вася, иди сюда. Что? У нас будет земля? Да. Я ее заберу. Мне пришлось потратить 8 саженцев. И что мы будем делать? Еще для одного дерева сделаем место? Подожди, дай мне землю для квеста. На, тебе землю. Так,
гравий надо. А, я вспомнил. Стоп, не. Потом. Так. Нам булыжник надо. Нам булыжник надо. Как нам получить булыжник? Нет, там каменная галька. Нам надо каменная галька. Что за каменная галька? Каменная галька. Это продавщица в магазине или что? Конечно, ты что? А, нет, там надо сейчас просто много, очень много фармить дерева. Прям очень-очень много. Оба! Четыре каменных галька. Андезитая галька, семена акации, семена травы у меня выпали. Семена травы, у нас дёрн будет, у нас дёрн будет. Ура, так, смотри, где мы будем делать его? Точно не там, потому что он сразу пропадёт. Добывай. А, вот. Какие? Кто? А, так? А, да, нелегко крафтится. Так, ну давай я себе вот столько сейчас сделаю. Две. Что случилось? Так. Каменный век! Это же булыжник! Здесь зимой что сделаешь? Вот так. Гравий! У нас гравий есть! Ура! Давай, обратно. Обратно. Я дальше буду. Так. Каменный век готовый. Молот у меня еще не выполнен. Здесь. Сила огня на вашей стороне. Нам нужна печка. Ясно. Мать крушить. Да. Угу. Дальше шаг за шагом. Что... Нету. Гравия. Ну и кремния нету. Да не надо, не надо, это бесполезно. Ладно. Потом да. Ух, он глупок. Дай молот. Так, заражаю шелкопряда. Еще одно. Песок! А. Песок! Песок, охренеть, это же песок. Что, может, можем, если у нас появится вода, возможно, на песок поставить тростник. А тростник, если сделать гигантскую ферму, то можно наполнять и получить кучу земли. Зачем нам песок именно для фермы тростника? Ну, типа, песок его легко получить. В смысле? Землю типа сложнее получить? Нет, землю намного легче. Так изначально песок. Я не знаю, что. Я могу кактус посадить сейчас. М? Кстати, я могу кактус сейчас посадить. А зачем нам кактус? Ну он же типа этот, его тоже заполнять можно. Ого, сколько он заполняет? Вроде дофига. Че это за дырка? Что? А че он не падает? Это что? Что за магия? Хочу взять дубовые бревна и сделать из них кучу плит и расширить там территорию. Кактус, не бейся. Охренел уже. Всем. Вообще, согласен. Так сделаю. Ну, 60. Вот, 66.
Шелкопрядов я сложу. Опа, опа, опа. Очищу инвентарь вообще. Возьму только все нужное. Возьму один сак шелкопрядов. Беру нитки. Саженцы. Кстати, саженцев у меня вообще нет, надо будет нафармить. Что, Будда? Иди сюда, я идиот, смотри. Дай всё. Мне все это. А, да. А только саженцами можно? Да. Блин, а как ты из ниток вы? Ты все саженцы потратил? Ты ничего не знаешь. Ладно. Что? Что? Дай мне крюк. Дай мне крюк. Один. Стой. Смотри. Как? Не, реально, кстати. Короче, как? Заходишь в этот... А! Ты на что нажал? Я снизу просто сломал. Нет, обычные мне не надо. А, для воды типа зачем вам еще воду? Ну да. Давай. Да не, давай я заполню все. Все, у меня сломался мой. Она вроде бы фуловая, нет? Полностью. Ну, если заполнить нельзя, то значит да. Смотри, мы, короче, делаем... А, стоп, подожди. Чтобы взять... Нам керамическое ведро, надо керамическое ведро. Опа. Что? Это глина. Это глина! Да. Теперь нам еще надо заполнять это. Да? Ведро сейчас будет, говорю. Обычное, железное? Нет. Кирпичное? Да. Стоп. Кирпи. Нет. Подожди. Я идиот. Я не так скрафтил. Кактус, привет. Хочешь кирпич? Не посмеешь. Ты кактус. А на этом первая серия нашего выживания подходит к концу. Всем удачи и всем пока.